В аэропорту Алматы в эти минуты должен начаться брифинг вице-премьера Романа Скляра, который возглавил правительственную комиссию. На месте работает Руслан Индрисов. Он сейчас выходит на связь по скайпу. Руслан, какие уже сделаны заявления к этой минуте? Спасибо, студия. Да, мы работаем в эти минуты в международном аэропорту Алматы. Как вы видите сами, здесь все достаточно спокойно. Пассажиры ожидают своего вылета на разные рейсы. Они, к слову, выполняются без перебоев. Если даже какие-то задержки есть, по словам администрации аэропорта, это все никак не связано с трагедией, произошедшей утром. Воздушная гавань, к слову, также и принимает борты. То есть аэропорт работает в штатном режиме, я еще раз повторю. Что касается взлетных полос, то сейчас работает лишь одна из них, вторая, с которой, собственно, и совершал взлет рухнувший близ Алматы самолет, сейчас закрыта до выяснения обстоятельств трагедии и причин катастрофы. Важно также сказать, что у здания аэропорта дежурят кареты скорой помощи. Врачи здесь для того, чтобы в случае необходимости оказать помощь родным пострадавших и погибших, некоторые из которых прибывают в эти минуты в воздушную гавань. С ними здесь также работают психологи. К этой минуте у меня вся информация, мы будем держать вас в курсе событий. Нурсултан.